Всем привет! Сегодня будет обзор покупок, мега классных покупок с Wildberries. Я такие покупки уже давно не совершала. Все цены я буду прописывать в верхнем левом углу, а ссылки будут внизу в описании под видео. Давайте начинать. Первое, с чего хочу начать, это вот с таких вот двух мечей для стирки. Два меча в комплекте. Страна производителя Россия, цвет белый. Вот, частично заменяет кондиционер, сокращает время сушки белья после стирки, улучшает качество стирки. Вот так выглядят сами мячики. Материал из ПВХ они сделаны. Вот так вот они выглядят. Размер у них такой средний, небольшой, не маленький. Там у продавца еще продаются синего цвета, но тогда, когда я заказывала белый, синих не было. Синий для темной одежды, светлый, соответственно, для светлой одежды. Но так как я взяла для верхней одежды, а верхняя одежда у меня темная, поэтому, наверное, придется взять еще, не знаю, пока думаю, может быть, еще и синие возьму. Ватные палочки. Здесь 1000 штук. В каждой упаковке по отдельности по 100 штук. Состав бамбук и хлопок. Вот так они вот упакованы. Вот такой вот пакетик. Производителя Китай. Ну и вот в таких вот еще отдельных пакетиках 100 штук. Я хочу еще поделиться, отдать по пакетику вот такому вот Наташе, Оле и Виталику. Пусть тоже попробуют, может, заценят, им понравится. Заказала еще комплект чехлов для мягкой мебели. Вот я вам показываю картинку. Я уже застелила эти чехлы и вам сейчас заранее отсняла. И вставлю видео, как это смотрится на моей мягкой мебели. Кто меня смотрит, видел до, а кто не смотрит, можете посмотреть старые мои влоги и увидите там, какая у меня мебель. Так как я изначально, в принципе, я не собиралась снимать вам эти чехлы, но думала, фу, кому-то пригодится. Вот такие вот есть расцветки у продавца. У меня цвет ванильный, стандарт. Состав вот, сами посмотрите. В общем, ну, немножко, конечно, вот чехол на диван мне немножко большеват оказался. Ну, это вообще даже незаметно, что он мне большеват смотрится просто... Огонь, мне нравится. И вы потом напишите, пожалуйста, когда смотрите видео, напишите мне, как вам нравится. Набор контейнеров из 4 штук. Все было упаковано хорошо. Я просто заранее всегда избавляюсь от коробок и пакетов больших. Состав пластик, страна производителя Китай. Ну, вот так вот самый маленький контейнер я вам показываю. Вот так выглядят сами вот эти контейнеры. У меня цвет бежевый. Вот такие вот еще крышки входят с клапаном. Если кто в микроволновке будет греть, можно открыть и погреть. Они у меня еще не мытые, грязные. Вот это вот такой вот гнется материал. И как вы уже поняли, можно складывать друг в друга. Компактное хранение. Для меня это, кстати, даже и важно, что можно хранить так удобно. В общем, вот такие вот классные контейнеры. Вот так вот они будут красиво смотреться на кухне. Моя давнешняя хотелка — это ирригатор. Вот такой вот коробки. Вот еще дополнительно упаковано. И страна производителя Китай. И в комплект еще входит 8 насадок. Сейчас я вам все покажу. О ирригаторе, как им пользоваться на русском языке. Вот. Все тут понятно. Вот сами насадки. Вот. Так, ну и сам ирригатор еще вот в таком вот классном, очень таком стильном чехле. Бренд. Вот. Лейбл такая. Вот. Ну и тут сам внутри ирригатор. Я еще ничего не открывала. Конечно, я смотрела, но еще даже насадки не вскрывала.
сам блок питания. Еще смотрите, вот тут такая вот пленочка. Ну это обалдеть. За такую цену и так все они упаковали. Шнур для зарядки. Вот такой вот шнур, даже резиночка удобно в хранении будет. Это контейнер для насадок. Вот так вот выглядит контейнер. Вот здесь вот хранятся, я так понимаю, сами уже насадки. Дальше. Так, здесь насадки уже. Смотрите, сколько штук. Сейчас я вам покажу, но сначала давайте я вам покажу сам ирригатор. Так, вот сумочка внутри, как смотрится, выглядит. То есть туда же есть кармашки дополнительные. Ну, вообще качество вот прям. Это не реклама, это я покупала за свои деньги, а то скажут, ух, расхваливает реклама. Но нет, это не реклама. У меня тут вообще все куплено за свои деньги. Ну и вот сам, вот включила я его, сам ирригатор. Вот тут вот, я так понимаю, выбирается. Ну я еще, видите, просто им не пользовалась и пока еще ни, книжку не читала. О, смотрите. Извините, я пока еще сама не знаю, что к чему. Проверять-то проверяла, но еще не пользовалась. Вот сюда втыкаются насадки, вот сюда заливается вода, или что вы там будете специально заказывать для полоскания. Вот, и можно даже вот потом не закрывать, вылить воду, остатки, и она будет сохнуть. Вот, все хорошо, плотно закрывается, такой стильный. Вот эти вот кнопки, вот тут вот заряд, сколько осталось, вот тут вот заряжается. Ну вот сам вот этот вот зарядный USB провод стильный. Он, кстати, небольшого размера, но мне нравится. Ну и давайте посмотрим теперь насадки. Я вам покажу каждую насадку. Это значит ортопедическая насадка для чистки брекетов, коронок и имплантантов. Я читаю с телефона, так я, естественно, не знаю, для чего эти насадки. Дальше. Вот такие вот две насадки. Вот они, две насадки. Ну, я вам одну сейчас буду показывать. Насадка-щетка для первичной очистки и удаления крупных загрязнений. Вот так вот выглядит насадка. Следующая насадка для чистки языка. Вот такая вот ложечка. Эффектно удаляет загрязнение. Следующая насадка. Также их две штуки для ежедневного ухода. Так-то одинаково, то что вот тут цвета разные. Так, следующая насадка. Назальная насадка для чистки носа. Вот такая. Супер комплект, супер все упаковано, супер все сделано. Я в восторге. Правда, не знаю, как будет в применении. Насадка для десен. Вот, для десен. Так, фокус, фокус. Для чистки брекетов и других сложных зон. Вот. Ну, давайте попробуем одну насадку. Ну, давайте вот эту вот щетку вдеть. Сам непосредственно ирригатор. О, вот, до щелчка. Ну и давайте посмотрим. Нажимаем вот сюда. Так, здесь уровень надо выбрать, наверное. Выбирается уровни. Ну, это я все буду, конечно, считать, смотреть. И потом как-нибудь по воде, может быть, поделюсь своим впечатлением. Извините, если было громко, ну хотела вам просто показать. Так, теперь мне нужно понять, как это. Ой, ну да, еще и сломаю или, конечно же. А вот тут вот нажимается, это вытаскиваются насадки. Ну зато теперь все знаю. Осталось почитать, как вот этими вот пользоваться. В общем, я на первый взгляд, и как упакованы, и все вот это вот и хранение, я очень довольна. Комплект женских трусиков. Вот так упакованы. Такие сами трусики. Набор из 4 штук.
У меня размер L-ку. Я взяла 44-46. Состав трусиков полиамид 86% и эластан 14%. Классическая модель, средняя посадка. Страна производителя Китай. И такие вот тут расцветки. Два черненьких, бежевый, но это даже на бежевый не похож, какой-то с развязной. Даже не знаю, что это за цвет. И белый. Ну, давайте вам поближе покажу. Но белый больше, конечно, уходит такой вот кремовый цвет. Желтит немножко, но ничего страшного. Да и на белых покажу. Вот так вот тут все прошито. Недорого у нас вот в Воркуте. Дороже будет купить. Этикетка. Вот. Ну, в общем, мне нравятся нормальные, хорошие, недорогие трусики. И расцветки тоже. Такие вот классические, то, что я люблю. Классику. Комплект внутренних подушек декоративных из двух штук. Вторую я вам не буду показывать, этот-то в кадр вся не увязает. 45 на 45. Вот так вот она выглядит, внутренняя подушка. Состав этой подушки SpanBond. Наполнитель полиэстер 100%. Страна производителя Россия. Ну и для самих подушечек я заказала декоративные наволочки на молнии 45 на 45 сантиметров. Сейчас я вам скажу состав, а потом покажу поближе наволочки. Состав: хлопок, велюр, бархат, полиэстер. Фактура материала бархатная. Страна производителя Китай. Ну и вот я также все заранее засняла, как это смотрится. Я вам потом покажу, как это смотрится у меня с подушками на диване. Вот тут вот молния, видите, она вот так вот скрыта. И, кстати, наволочки я уже постирала также заранее, чтобы были чистые. Вот. Прогладила также, чтобы было вот тут вот материал был не мятый. И вот такие вот они вот мягенькие. Качество просто классное. Качеством я довольна также. И вторая наволочка тоже суперская. Вот такая вот, такой вот, как, я не знаю, как этот материал. Ну, вот такой вот. Видите сами, забыла, как это называется. Цветочки вот тут такие. И тут также я прогладила сзади. Да и спереди тоже аккуратно гладила. Так, замок еще. И вот тут вот также спрятан этот вот замок. Вот. Качество, конечно, тоже идеально, суперское. Вот. Все хорошо. Я уже как сказала или не говорила, я на подушке надевала, примеряла. Мне важно было посмотреть, как оно смотрится, подходит ли. Хоть и размер один и тот же, но сами понимаете, всякое бывает. Вот такие вот суперские наволочки. Это была моя последняя покупка. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.